Привет, народ Ютуба. Немножко обстановка нестандартная. Получил посылочку. Тут у меня электронные компоненты. $1.85 заценили. Ну, насколько она долго шла, долговато шла, конечно. Но, как всегда, ближе к зиме всегда дольше идет. Сейчас давайте заглянем на все эти электронные компоненты. Заказал сразу все гамбузом, то есть кучей. И будем просматривать. Пупырки, стандарт, дальше идет. Тут у нас площадочка. Площадочка, кто-то уже заметил, да-да. Для схемы, для экспериментов, для настройки и все такое. Так, ладно, этот мусор буду выгребать, выкидывать. Вот. Значит, что сюда устанавливается? Ардуинка какая-нибудь? Вместе с площадочкой. Я не знаю, каким образом ее тут крепить, еще опыта нету. Ну, по всей видимости, тут, видите, микросхемки можно. Планарочки цеплять. Тут уже резистор есть по питанию. Светодиодик. И все такое. Сразу, по-моему, Arduino Uno. Вот ее распиновка. Отдел. Все, тут что-то нахимичил. И все, рабочая модель. Пару кнопочек. Тут сверху можно дальше продолжать все это настраивать и так далее. Так, идем дальше. Вот, еще что-то с кнопочками. Я уже, честно говоря, не помню, что я поназаказывал, но заказал кучей. Вначале думал комплект заказать, как они предлагают, но некоторые говорят, ребята, что оно дороговато. Проще по одной купить. Так, смотрю, динамичек тут какой-то, зумер, пищалка, как там, циферблат. Вот, что тут еще? Кнопочки, регулятор и все такое. Смотрим, я просто показываю на все это оборудование, так сказать. Ссылки будут в описании. Немножко грязное, да, видно. Ну, так вроде ничего. Кнопочки, регулятор. Крутилочка, типа переключатели, типа сюда еще что-то можно достраивать, датчики какие-то подключать. Тут вывод информации. Ну, с освещением не очень, потому что, как видите, все на коленках. Идем дальше. Все в описании будет. Так, это программулина. Вот тут даже есть как оторвать. Есть как оторвать. Это у нас для программирования микроконтроллеров. Тут вот расширение есть и все такое. Сама микруха. Программатор, скажем так. Блин, как его с фокусинг. Короче, я ссылочки оставлю, ребят. Там все есть. И какие микросхемы, и что для чего, все это есть. Так, что на чем? На сколько кварц? Кварц 12 мегагерц, наверное. Так, тут в комплекте еще что-то шло. Вот еще планочка. И контакты. Вот, как-то так. Но это все будет потом. Потом продолжаться, когда я обустроюсь. Смотрите на даты. Уже на место. Так, идем дальше. Регулятор. Регулятор громкости, да. Короче, его гонять можно. Дрин-дрин, туда-сюда. Все это дело, опять-таки, для экспериментов. Для изучения. Еще одна платка расширения. Так видно все. Тут тоже. Это ардуинка вставляется, это как бы плата расширения является. Что-то сюда подключается, возможно, раз, два, три, четыре. Четыре порта этих, шаговые двигатели и все такое. Ладно, все это потом. И еще один регулятор.
по иксу, по игреку, все такое. И опять УПРки, все. Естественно, ничего показывать не буду, но это все комплектующие детали, так сказать. Целиком тут ничего такого нету. Чтобы все это проверить, испытать, для этого время надо. Сейчас пока время нету, извиняйте. Это будет звучать у нас как обзор распаковки. Или распаковка обзора. Как-то так. Все это складываю. И потом будем разбираться. А пока я, извиняйте, готовлюсь на переезд. Все, всем спасибо за просмотр, ваши комментарии, лайки. Делимся данным видео с другими друзьями, своими родными, близкими и так далее и тому подобное. В соцсетях распространяем. Для поддержания канала, естественно. А вам удачи и до новых видео. Всем пока.